Стефан справа и Стефан Леко. Потрясающий по красоте боксер. Очень здорово он работает. Немецкий мастер по прозвищу Блиц. Вспышка. Стефан Леко. Это, конечно же, имя. И имя очень громкое. Чемпион мира в фулл-контакте, кикбоксинге. Чемпион мира по версии IKBF. Чемпион мира в муай-тай. И все это о Стефане Леко. В 2001 году, кстати, на этом лас-вегасском турнире Стефан стал чемпионом. Ну и неоднократно он выигрывал различные турниры. В 98 году еще он стал чемпионом европейского гран-при. Руслан слева достает красивым ударом. И справа куда-то немножко за ухо попал. И посмотрите, не стал добивать. Да, Стефан говорит, что удар пришелся немного по затылку. Но в К1 можно наносить удары по всему телу. Это не бокс. Здесь можно все. Нельзя лишь бить головой и бить локтем. Ну и нельзя делать захваты и бросать соперника. Это ударный вид спорта. Здесь можно бить. И Руслан Караев прекрасно вошел в семью К1. Но Леко опасен. Очень опасен. Леко взял себя в руки и собрался, и продолжает представлять угрозу. Это последний раунд. Леко вынужден немножко вязаться, потому что пропускает удары и требуется ему время, чтобы собраться. И пропускает, в свою очередь, Руслан. Вставай, вставай. Поднимается Руслан. Вот что значит Леко. Действительно может устроить вспышку в любой момент. Вот это да. Держаться, держаться, Руслан. Опаснейший, опаснейший боец Стефан. И рвется вперед Леко. Бой окончен. Но на протяжении всего поединка Руслан трепал и серьезно гонял по рингу Стефана. Тоже устроил ему возможность почувствовать нокдаун, что такое хороший удар. Но вот под занавес пропустил. Но не стал добивать здесь. Хотя неоднократно мы видели, как Гарри Гудридж, Боб Сап и многие добивали упавшего соперника. Руслан не такой человек, чтобы... Но вот как он поднялся, похоже было, что это уже все. Нокаут. Навстречу пропустил. Пытался нанести фронт-кик в нижний уровень. И сам пропускает удар. Но уже во время падения он все-таки включился. Включился, и Стефан остается, конечно же, выдающимся боксером. Но победа за Русланом.